делаем? Мы пишем сообщение. Ёжик, где пин? Да, где пин? Так, добавляем. Пишем лайф. Лайф это рабочий. У кого есть лайф, я продиктую, если кого нету. Номер говори! Сейчас, минуточку. Но тут разберешься пока. 0,93. Подожди. Так. 0,93. 324. 52,57. Ёжик, где пиво? Где пиво? Где пиво? Не запутайтесь. После ёжика да. Ставь. Номер повторяю. 0,93. 324. 52,57. Ёж, где фильм? Да, ёж, где фильм? Можно мы покричим? Кричать можно. Для клипа место, да? Папарацци, где вы сядете? Там мы... Я не понял.
остальное все деньги. Есть свои. Да, вам Лёшин должен. Ну как? Сейчас папе что-то. Добрый вечер. Добрый вечер. Что такое? С днём рождения. Давайте попробуем сами себе. Девушки, давайте попробовали сами себе. Еще пару лет. Какие-то жалкие пару мужичков. И нормальная женская тусовка. Дамы и господа, давайте поаплодируем настоящему мужчине. Глава клуба. Слышите, Никола, не хотят хлопать. Вообще не хотят. Дамы и господа, господин Медведь. Расскажи, пожалуйста, значит, 5 лет клубу, 3 года независимости от зависимости, да, а вообще 4-й раз празднуем, я правильно повторил? В общем, все нормально, все отлично. Давайте поаплодируем, Медведь, давай, говори. Кстати, Медведь за рулем поэтому всех разводит, я сказал, после банкета. Разводит, извините, за рулем разводит, а деньги собираешь. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем. Да. Поздравляю вас с днем рождения. Еще раз. Здорово, братишка. Да. Ну, постепенно как бы переходим праздновать. Все. Поздравляю вас с днем рождения. Здорово, братишка. И Дима Малый с нами. Поприветствуем его. Поддержим его. Хорошо. Поздравляю вас с днем рождения, да. Желаю, чтобы мы также росли, продвигались. Да. Действительно, такая дата у нас такая интересная. Называю все время средняя арифметическая. То есть 5 лет школа клуба, мы как раз первый раз у нас собрались в феврале. Сейчас мы думаем, не пьем. Ну что, наливайте! Еще два. Да. Ну, тогда... Я размножусь. Что? Да, пока нет. Я так понимаю, праздник для меня завершен после того, как я еще не пришел. Друзья мои, отдыхайте, расслабляйтесь. Сегодня день рождения. Сегодня будет много сюрпризов. Сегодня мы посмотрим несколько видео работы. Услышим ясные слова и хорошо повеселимся. Они меня в смысле сказали, что я понимаю, они принесли что-то похожее на легкие наркотики в большой коробке. Так, давайте, я буду помогать держать, а в это время кто-то из вас, наверное, что-то скажет. Правда же? Сейчас. Нас пригласили на день рождения. Без подарка на день рождения не ходят. Мы решили отойти от традиционного торта, который всегда дарится на день рождения, подарить в этом году всему Шкода-клубу новый концепт Кар от компании Шкода. Здесь у нас автомобиль Шкода. Пожалуйста. Наши горные аплодисменты. Прекрасный, шикарный подарок. Куда поставить и тише на монтаж. Следующий вопрос, собственно, у всех возникает наверняка. Человеку. Это будет тост. Да. Алексей, вы же пьете? Я уже выпил. Налейте, пожалуйста, еще. Господа, каждый год у нас есть традиция отмечать особо отличившихся в прошедшем году. Поэтому сейчас будет небольшая официальная часть, чтобы потом уже отбросить все мероприятия и полностью окунуться
Будешь. Значит, сейчас я приглашаю сюда Костю Хеджа. Поаплодировали. Значит, все знают, что у нас на форуме проходило голосование для определения лучшего автосалона и лучшего СТО. И сейчас момент, когда мы будем подводить итоги этого голосования. Диплом лучшему автосалону «Шкода» вручается автоцентру «Оптима». Поздравляем всех. Спасибо. Но это еще не все. А сервис сразу. Диплом лучшему 100 вручается также автоцентру «Оптима». Представителя, пожалуйста. Я думаю, все согласятся, что эти награды заслужены автосалоном как большим другом «Шкода-клуба», который всегда рад нам и в бедах, и в радостях наших. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Костя. Я предлагаю всем налить бокалы и выпить за официальных дилеров, друзей «Шкода-клуба», не только «Оптиму», но и автоцентр «Донецк». За всех региональных, пусть здесь не присутствующих. Надеюсь, что все будут когда-либо, рано или поздно, все с нами будут нам помогать и будут участвовать в клубной жизни. Давайте, за официала! Ура! Такими темпами я... Горожан сделать! Это Жека сказал! Соберемся с мирами.